могла бы сама спокойно съездить за вещами. Да нет, не нужно тебе никуда ехать. Сейчас Денис приедет, все привезет. Соня, вы как? Я только узнала. Все хорошо, все в порядке. Спасибо Федору. Все в порядке, все хорошо. Присаживайтесь. Перекусите, может быть. Чай, кофе. Кофе. Кофе, хорошо. Кофе! Один? Да, один кофе. Хорошо, Федор Алексеевич. А вот и Денис. Привет. Привет. Здесь все, что ты просил принести. Да, спасибо большое. А я еще попросил вам пирожков испечь. О, мои любимые. Пожалуйста. Угощайтесь. Присоединяйся. Тут на всех хватит. Очень рад тебя видеть. Я тоже. Игорь Александрович, угощайтесь. О, нет, благодарю вас. Зря отказываетесь. Очень вкусно. Это из пекарни, да? Нет, это Сонин брат печет для ресторана. Слушай, а может его к нам в отдел в качестве сына полка? А то я на эти столовские котлеты уже смотреть не могу. Так, отвлекись от еды, сын полка. Займемся делом. Так, предположим, все крутится вокруг книги Блейка. Книга принадлежала академику Свешникову. Перед смертью он отдал ее Борису Галактионову. Галактионовы убиты. Их домработница Богданова тоже. Провинский убит. Остается Марьяна Колосовская, которая могла узнать о книге от академика или от Ровенского. Богдановой о книге, вероятнее всего, рассказал ее жених, про которого мы ничего не знаем. Нам даже приблизительно неизвестно, кто он, где он и откуда он знает про книгу. Ну, кое-что знаем. Например, то, что он абсолютно точно мужчина. Да, верно. И, скорее всего, именно он убил Богданову. И Галактионовых. Препарат-то тот же самый. Предположим. Тогда выходит, что убийца по трем эпизодам этот самый условный жених, и Марьяну Колосовскую можно исключить, если только они не были в сговоре. По Колосовской что у нас есть? Есть список ее вещей. Из интересного это авиабилеты. Так. И банковская квитанция. Ага. За несколько часов до аварии Колосовская сняла крупную сумму наличными. Вот как. И передала вот этому мужику. Ну-ка. В нашей базе его нет, но я думаю, что это посредник Ханта. Колосовская снимает деньги для оплаты услуг киллера, передает посреднику, а сама намеревается на время уехать, чтобы обеспечить себе алиби. Ну, как одну из версий можно принять. Еще соображение? Это может быть жених Богдановой, если они были в сговоре с Марианной. Тоже принимается. Теоретически, посредник и жених могут быть одним и тем же человеком. В любом случае, нам надо его найти. Нам сообщили, что Колосовская пришла в сознание. Вы извините, я очень тороплюсь, у меня операция. Я понимаю, но мне необходимо задать ей несколько вопросов. Я не уверен, что она готова отвечать на ваши вопросы. Поймите, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. Возможно, частичное выпадение памяти. Я понимаю, но мне необходимо с ней поговорить. Ладно, можете попробовать. Третий этаж хирургии. Но я ничего не обещаю. Приветствую, мне на третий. Спасибо.
А ну-ка, стоять. А что такое? Предъявите ваши документы. Документов у меня нет, а что, собственно, случилось? Смотри, чтобы удар получился наиболее точным, рукоятку надо взять ближе к середине. Давай. Вот так. Пробуй. Ух ты! Я попала! Дед, гляди, я прошла самые сложные ворота. Браво! Как точно! Молодец, Татка! Папа! Пап! У нас королевский крокет. Соня меня научила играть. Я прошла самые-пресамые сложные ворота. В смысле, самые-пресамые? Самые-пресамые. У Наташи большие успехи в спорте и в английском. Ну, ты молодец. Папа, иди с нами играть. Ой, я не умею. Ну, это просто. Я тебе все покажу. Я понимаю, что просто. Но у меня здесь смету подсчитывать. Это скучно. А вы играйте, играйте. И вот так всегда. Сонь, ты можешь как-то на него повлиять? Я? Татка, что я тебе говорил? Хочешь решать проблему, решай сама. Соня наша гостья, не надо ее втягивать в свои подковерные игры. Я поняла. Пап! Папа! А? Я пластический хирург. Здесь в больнице я занимаюсь в основном ожоговыми больными и пациентами, пострадавшими в ДТП. Еще я веду прием в частной клинике. Марьяна одна из моих постоянных клиенток. 15 лет назад я делал ей круговую подтяжку лица. С тех пор она обращается ко мне время от времени с той или иной проблемой. И с какими проблемами она обратилась на этот раз? Ну, по сути, все они сводятся к тому, чтобы выглядеть 30-летней. Да. У меня очень узкая специализация. Если нужна пластика груди или, скажем, живота, я отправляю пациенток к своим коллегам. Ну и Марьяна решилась на эту операцию, и я договорился с одним товарищем. И деньги, которые она вам передала, предназначались для оплаты операции? Совершенно верно. После таких вмешательств требуется несколько недель реабилитации. На это время я посоветовал ей уехать в санаторий. Вот, собственно, и все. Альберт Рафаэльевич, скажите, вы слышали когда-нибудь от Марьяны о книге Уризена? Нет. А имя Софья Менделеева вам о чем-нибудь говорит? Это да. Именно из-за нее она и согласилась на эту операцию. Мужчина, с которым у Марьяны отношения... Профессор Ровенский. Я не знаю его фамилии, я знаю только, что они вместе работают. Он увлекся этой девушкой и предложил ей должность, которую он давно обещал Марьяне, поэтому она очень сильно переживала. Да. Ну что ж, спасибо. Вы нам очень помогли. Опа! Я не понял. Подожди, ты что, его не выкинул? Ты где стекло достал? Не я. Соня! Нашла у себя на антресолях новую колбу. Вот думаю, грех выбрасывать такую нужную вещь. Пожалуйста, пригодилась. Я принесла. Правильно? Пап! Да. Ой. О. Вот это праздник. Мы с Денисом испекли королевский бисквит. Неправда. Наташа сама готовила, я только помогал. Дайте я понюхаю. Ой, да, правда, Наташа, Наташа! А, молодец. Ой, какая красота. Марьяна Витальевна, вы помните, что вы делали в доме, где жили Галактионовы? Не помню. А аварию вы помните? Помню. Аварию помню. Я толкнула ее под машину. Я хотела, чтобы она умерла.
Лосовская страшно ревновала. Толкнуть Софью Михайловну под колеса было ее спонтанным решением. Потом она пришла в ужас, что чуть не убила человека. Решил, что, может, вообще ей все это почудилось, и никакого романа у Ровенского с Соней нет. Захотела пойти к ней домой, поговорить и разобраться. Ну, то есть она к Соне шла, не к Галактионову? Да. Да, но на лестнице появился Ровенский. Она, чтобы не позориться, спряталась этажом выше. Услышала, как хлопнула дверь бегом вниз на улицу. Села в машину, газ в пол, неслась как сумасшедшая. Ну и попала в аварию. Так что Колосовская к нашим убийствам не имеет никакого отношения. И все усилия следует сосредоточить на поисках загадочного жениха Богдановой. А теперь меняемся чашками. Быстрее, быстрее, быстрее. Кто последний, тот проиграл. Всем добрый вечер. Гостей принимаете? Привет. Да, пожалуйста, проходите. У нас безумное чаепитие, как в Алисе в стране чудес. Но только все должны быть в шляпах. Это английская традиция. Ничего себе, а откуда столько шляп? Это Сонины. У нее целая коллекция. Пожалуйста. По кругу местами. Ну не так быстро, ребят. Папа, ты проиграл. Ну, что? Есть новости? Проиграл. Да, Бенцев был у Марианы в больнице. Потом расскажу. А теперь пьем чай. Вот. Наташка. Без задних ног уснула, прям в шляпе. Спасибо вам, Сонь. Спасибо. Совершенно счастливая. Граждане, доедайте пирожные. Ой, нет, я не могу. Вся надежда на тебя. Бери с розовым кремом, они самые вкусные. Нет, только не розовые. У меня перед глазами до сих пор это... Несчастная Алла в розовом платье. Она же всему верила, что этот гад наплюл. Что это судьба, что она самая любимая. А любимая там была только розовая помадка в дурацкой коробке с розой. Он же просто ее использовал, чтобы подобраться к Галактионовым, вывести их за город, утопить и книгу забрать. Арсений, ты ко мне? Я пришел с миром. По старой памяти решил зайти на чашку кофе. Уехали в отпуск на дачу. В озере купаться, на лодках кататься. Господи, как же я сразу не догадалась. О чем ты, Соня? В тот день, когда ко мне пришел Уильям, я встретилась на лестнице с Арсением. Он тоже был с этой дурацкой коробкой с розой. Я ему сказала, что волнуюсь за Галактионовых, а он говорит: не волнуйся. Сейчас лето, жарко, они наверняка уехали на дачу, плавать на лодке, купаться. Понимаете? Он от неожиданности ляпнул правду, а я пропустила ее мимо ушей. Это Арсений. Соня, Арсений, конечно, со странностями, но мне кажется, он сказал самое очевидное. Нет. Лето, люди уехали за город. Если дело только в этом. Конечно, не только. Все его странности легко объясняются, если он знал про книгу. О ком вы говорите? Арсений Сонин, бывший ухажер. Как-то раз среди ночи он забрался к Соне через балкон. Наверное, считает себя романтичным. Он хотел, чтобы так выглядело. На самом деле он хотел подобраться к Галактионовым. Он знал, что в этот день Борис Васильевич повез Сашу в областной центр на обследование. Он знал, что они не приедут ночью ночевать. То есть ты думаешь... Конечно. Он и за мной ухаживал для того, чтобы подобраться к Галактионовым. Знаете, как мы с ним познакомились? Я шла с работы. Он стоял около дома. Как будто специально тебя ждал. И сказал, что это судьба. Откуда ты знаешь? Алла точно так же познакомилась со своим женихом. Понятно. Значит, со мной у него не вышло, он взялся за Аллу. Да откуда он вообще мог знать про книгу? Он родственник Ровенских. Я только вчера об этом узнала. Надо срочно сообщить Румянцеву. Так.
Тетя Вер, как вы? Знобит. Тетя Вер, давайте чайку. Хорошо. Потом поспите. И когда проснетесь, все будет намного лучше. Вот увидите. А ты побудешь со мной? Вы не беспокойтесь, я буду с вами. У вдовы Ровенского телефон не отвечает. Так, не теряй время. Бери ребят и поезжай к ней. Если племянник наш подозреваемый, она в опасности. Другую группу к племяннику домой. Понял. Послушайте, ну какое покушение? Ну такой дозой никого не убьешь. Разумеется, я не хотел навредить тете Вере. Просто нужны были деньги, чтобы уехать. А книги Блейка вы узнали от Вероники Юрьевны? Нет, от дяди Левы. Ну, от Ровенского. После похорон академика у него был нервный срыв, и он не мог сесть за руль. И тетя Вера попросила меня, чтобы я поработал водителем, так сказать. Утром я приехал к нему, чтобы отвезти его на работу, но мы почему-то поехали к Галактионовым. Что? Дядь Лев, вам плохо? Это... Где эта таблетка? Здесь. Больницу? Да нет. 40 лет. 40 лет я с ним был рядом. Никого не осталось, только я. Терпел все его капризы. Санаторий оплачивал. Лекарства доставал. А он взял и отдал Блейка. Борьке Галактионову. Борьке! Которого он все эти 40 лет последними словами ругал. Говорил, что никогда руки не подаст. Потом я... понял, что Ровенский приехал, чтобы уговорить Галактионова, чтобы тот отдал ему книгу. Ну, разумеется, тот его выставил. И вы решили сами добыть Блейка. Для этого познакомились с Софьей Михайловной. Соней? Да. Да, она дружила с сыном Галактионова. В лото с ним играла. Но она меня отшила. Хотя жаль. Она мне на самом деле нравилась. Зато с Аллой все было намного проще. Она всему верила, что я говорил. Ты веришь в судьбу? Че? Ты веришь в судьбу? А, да. Я тоже. Мы должны были встретиться здесь и сейчас. Я ждал тебя всю жизнь. Меня? Я все про тебя знаю. По гороскопу ты рыба. Да. А еще ты любишь розы. Ты сама как роза. Ты цветок всей моей жизни. Что, 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 что? Извини, у меня проблемы. У меня мама очень больна, нужны деньги на операцию, и я ни о чем не могу думать, кроме... У меня есть деньги, я копила на нашу с тобой свадьбу.
Роза моя, к сожалению, этого не хватит. Хотя, наверное, ты могла бы мне помочь. Нет, забудь. Я не имею права тебя в это втягивать. Забудь. У нас с тобой одна судьба, ты же сам говорил. Ну. Дело в том, что Борис Васильевич присвоил одну очень ценную вещь, которая принадлежит моей семье. Какую вещь? Старинную книгу. И вот если ее продать, то этого хватит на мамину операцию. Конечно. Конечно, я согласна, если это поможет, милый. Ну. Вот. Добавишь это галактионовым в чай. Как только препарат подействует, просто дай мне знать, я буду поблизости. А это не опасно? С ними все будет хорошо? Все будет хорошо. Мне просто нужно, чтобы Борис Васильевич меня выслушал. Я поговорю с ним и тут же примчусь к тебе. Да? Я и сказал, что в самом крайнем случае я прибегну к угрозам. Поэтому мне нужен был этот Саша. Если сыну угрожают, то отец сразу же отдаст книгу. Алла была с вами на лодочной станции? Нет, я ей велел оставаться на даче. Ну, а потом вернулся к ней. Я волновалась. Тебя так долго не было. Ну что, что, Борис Васильевич согласился вернуть книгу? Да! Да? Да! Теперь все будет хорошо. Ты моя Роза. Скажите, а почему вы сразу не отправили за книгой? Квартира стояла пустая. Ключи у Галактионова вы забрали. Зачем? Нужно было ждать несколько дней. Вы не поверите. Я простудился. Вот как? Да, наверное, когда возился с этой лодкой. Вода там ледяная. Несмотря на то, что лето. Не знаю, может, там какие-то подводные ключи бьют. Я несколько дней провалялся с высоченной температурой. А потом, когда пошел, нос к носу столкнулся с Соней. Но вы попытались снова? Да. И столкнулся с дядей Левой. О, Господи. Так до инфаркта можно довести. Ты что тут делаешь? А вы что ищете, Лев Ильянович? Не хотел его убивать. Но я сообразил, что дядя Лёва не дурак. И наверняка догадался бы. А потом пришла ваша эта девочка-сотрудница. Потом брат Сони. В общем, мне не повезло с самого начала. А куда вы дели орудие убийства? А, пресс-папье выбросил в реку. А книгу Блейка? Вы издеваетесь? Я ее так не нашел. Чертова книга. Провалилась, как сквозь землю. Можно в город съездить? Зачем? Я Наташе книжки обещала. О, нет, нельзя. Книжки нам привезет Денис. Ну почему? Опасность миновала, Арсения задержали, все закончилось. Это Следственный комитет будет решать, закончилось все или нет. Как только они дадут добро, вот сразу и поедем в город.
Полковник Румянцев, слушаю. Да. Понял. Когда его можно будет опросить? Ладно, до завтра подождем. Ну что, товарищи, поздравляю. Благодаря нашей информации, коллеги, которые занимались предыдущими жертвами Хантера, сумели его вычислить. Его задержали? Да. И после того, как он ответит на вопросы областных следователей, его передадут нам. Румянцев меня навечно сошлет документы оформлять, если узнает, что я раньше времени рассказываю. Но мне кажется, вы с Соней должны знать. О чем? Задержали человека, который стрелял в Соню. То есть теперь действительно все закончено? Надеюсь, что да. Я могу сказать Соне? Да. Спасибо тебе. Хочешь, поднимемся ко мне? Настя, я не знаю. Денис, ну в чем дело? Дело в том, что ты мне страшно нравишься. Слава богу, ты подумала, что ты... Но я не готов к серьезным отношениям. Я имею в виду по-настоящему серьезным, которые заканчиваются свадьбой, белым лимузином. Я хочу семью, но позже. Сначала я должен получить мишленовскую звезду. Господи, ты идеальный мужчина. Я не думала, что так бывает. Ты серьезно? Абсолютно. Только пообещай мне, что ты не изменишься. Я... И не потащишь меня в ЗАГС, пока я не дослужусь до старшего следователя. Обещаю. Ничего страшного. Не мое это все. Достаточно. Ну что не твое? Ну не мое это все. Ни крокет королевский, ни театр. Нет. Я ресторатор только по названию. На самом деле обыкновенный, простой пролетарский работяга. Ну, между прочим, крокет – это абсолютно пролетарская игра. Это с Наташей он у нас королевский, потому что так вались в «Стране чудес». А на самом деле в 30-е годы это было любимое развлечение всех дачников. Правда? Правда. Крокет, шарады, любительский театр. Кстати, мы будем делать домашний спектакль. Ты участвуешь? Нет, нет, нет. У меня… Да, да. Нет, нет. У меня предложение лучше. Давай я куплю билеты в нормальный театр. У них там премьера скоро, так что… Вот… Хорошо, я согласна, но с одним условием. Ты пойдешь со мной. И как говорила моя мама, когда папа не хотел идти с ней в театр, если что, там есть буфет. Да, это аргумент. Согласен. Все, но пробуй еще раз. Не буду я, все. Послушай, никогда не останавливайся на первой попытке. Всегда совершай вторую. Я помогу. Давай, держи. Так. Так. Я помогу. Смотри. Лучше брать за середину. Так будет удар точнее. Вот так. Давай. Пробуй. Бей. Я попал. Ух ты! Ты попал! Я попал! Я тебя поздравляю! 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 Оставайся с нами. Оставайся со мной. Я не могу. Почему? У нас ничего не получится. Ну, нет, значит, нет. Подожди. Подожди, я тебе объясню. Федор, я действительно не могу остаться. Дело не в тебе. Просто я не гожусь для отношений. Очень скоро ты в этом убедишься и поймешь, что тебе нужна другая женщина.
Черт, ну почему со мной вечно все так? Сонечка? Вернулась? Или на побывку? Я вернулась, Владимир Петрович. Вот радость-то какая. А я уж решил, что ты от нас совсем съехала. Да ну, куда я от вас денусь? А чего такая расстроенная? Да вон, сумка любимая порвалась. А лицо такое, как будто не сумка у тебя порвалась, а жизнь сломалась. Я надеюсь, что нет. Ну, пойдем, пойдем, провожу. Проходи. Спасибо. Радость-то какая. Пап, ну почему ты не уговорил Соню остаться у нас? Татка, понимаешь, Соня, она взрослый человек. У нее своя жизнь, у нее свой дом, свои мысли. Решения она принимает тоже свои собственные. Мы на них же не можем никак повлиять, да? Но это очень плохое решение. Ужасное. Но я не могу его поменять. Татка, а я тебя ищу. Идем птичек кормить. Ты раньше времени не расстраивайся. Может, Соня еще передумает. Давай кулаки держи, чтоб передумала. Давай. Когда родители погибли, я вскоре вышла замуж. Я тогда была сама не своя. Но мне было 20, и я верила, что все будет хорошо. Вот только оказалось, я не могу никого сделать счастливым. Просто не способна. В конце концов, у мужа появилась другая женщина, и мы расстались. Мне тогда жить не хотелось. Но надо было растить брата, Денис был совсем маленький, а также выплачивать долги. Муж оформил несколько кредитов на мое имя. Пришлось как-то справляться. Несколько лет я буквально собирала себя по кускам. Теперь у меня более-менее налаженная жизнь. И я ужасно боюсь все сломать. Просто не переживу этого еще раз. Поэтому прошу, давай попробуем остаться друзьями. Так будет лучше для всех. Я не буду отвечать. Соль, привет. Я хотел сказать, что купил билеты в театр. Я ведь, помнишь, обещал тебя сводить на премьеру. В общем, в половине седьмого буду ждать тебя у входа. Но имей в виду, я не хочу, чтобы я был тебе только другом. Так что знай, это свидание. Ты, конечно, сама решай, как поступать. Но помнишь, ты говорил, если первая попытка провалилась, не надо бояться, и пробовать нужно еще раз. Так что я пробую. Я никуда не пойду. Нет, даже не думай. Черт знает, что такое карьеристы хреновы. Только бы начальству отрапортовать. Игорь Александрович, что случилось? А случилось то, что Хантер, которого они якобы задержали, никакой вовсе не Хантер. Просто у мужика машина той же марки и ружье такой же фирмы. Они не того взяли? Да. И на перегонки побежали докладывать начальству, какие они молодцы. А Хантер на свободе гуляет. И мы до сих пор не знаем, ни где он, ни кто он, ни как его искать. Я изучил материалы дела, которые нам прислали по Хантеру. В прошлом году областные опера вышли на его посредника. Да? И где этот сейчас посредник? Умер от передоза. Есть их переписка и данные оператора связи. Какие данные? Локация сотовой вышки.
Правда, у нее покрытие несколько километров, ну-ка, но… Где она? Вот. Где-то отсюда Хантер выходил с ним на связь. Так это же дом, где Менделеевы живут. Ничего получилось. Но с парной лосятиной никакого сравнения, конечно. Это парная лосятина. Владимир Петрович привез с охоты. Владимир Петрович у вас не охотник, он у вас браконьер. Может, это, конечно, глупость и ничего не значит. Но говори, нам сейчас любая глупость пригодится. Просто я знаю одного охотника, который живет в том же доме, что и Менделеевы. Надо кое-что проверить. Привет. Привет. Ужасно рад тебя слышать. Увидимся вечером? Да. Я по делу звоню. Это насчет вашего соседа. Помнишь, ты говорил, что он все время с охоты дичь привозит? Ты можешь вспомнить точно, когда и что он привозил? Ну, не до дня, конечно, но как можно точнее. Да, я записываю. Спасибо. Я позвоню тебе, как только освобожусь. Вот. Это даты, когда сосед Менделеевых на охоту ездил. Совпадает с датами убийств, которые совершил Хантер. Ай да стажер. Похоже, она нам Хантера нашла. Костя, собирай группу. Бегом! Сделаем. Надо Соню предупредить. Да, конечно, предупреди. Если что, я у себя. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Андреевич, я не могу найти Софью Михайловну. Телефон выключен. Что значит не можешь найти? Ищи. Денис, ее брат, сказал, что она могла пойти в театр. Это Румянцев. Менделеева сейчас может находиться в театре. Я сама думала, что я не приду. Ну, ты пришла. Да, я пришла. Тогда пойдем. А что мы будем смотреть? Сейчас узнаешь. Соню я не стрелял. Я к ней как к дочке относился. Я бы в жизни такой заказ не взял. Целью был Лаврецкий. Ко мне через посредника обратилась его бывшая жена. Она по разводу получила гроши. А вот наследство – это совсем другое дело. Все шло гладко. Но тут
появилась Соня. И спутала мне карты. А потом Лаврецкий засел дома. Пришлось несколько дней ждать, пока он в город поедет. Ну, а дальше вы лучше меня все знаете. Ну, да. Интересно, куда же все-таки книга подевалась? Не знаю. Книгу так никто и не нашел. А значит, она до сих пор лежит там, куда положил ее Борис Васильевич. Но вопрос, куда? Погоди. Ты помнишь, Саша, на дневнике с иллюстрациями Блейка и стихами? Помню что-то странное про хлев. Разинув свой тлетворный зев, вино и хлеб обрызгал змей. Тогда пошел я в грязный хлев и лег там спать среди свиней. Ты говоришь загадками. Это такая шутка. За неимением настоящих свиней Блейка положили в клетку с морской свинкой. Туда, где ее точно никто не стал бы искать. Помоги мне. Сонь, ты готова? С ума сошел? Тебе сюда нельзя. Как это мне нельзя? Я ее нашла. Кого? Я нашла книгу. Как? Нашла. Здесь еще завещание. Борис Васильевич оставил ее мне. А почему? Почему мне? Ну, может, потому что ты единственная, кто играл Сашке в лото? Ты это, Сонь, ты только не плачь. Я не буду. Не надо, это я плакать должен. Почему? Ну, как почему? Ты теперь вон, богатая невеста. Ну уж нет. Может быть, еще лучше, чем я найдешь? Ну уж нет. Книгу я отдам в университет. Так что тебе не отвертеться, Лаврецкий. А я и не собираюсь. Да? Я и не собираюсь вертеться. Поздравляем! 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 Спасибо! Горько! 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 Так, а теперь давайте сделаем общее фото. Идите сюда. Ой, иди, улыбаемся. Молодец. Ура!